Благоустройство дворов стало главной темой обсуждения на парламентских слушаниях в Государственной Думе Российской Федерации. На это выделят 70% средств по проекту развития городской среды. На слушаниях присутствовала глава города Чебоксары Ирина Клементьева. Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень напомнил, что на 2017 год бюджетом предусмотрено 20 миллиардов рублей на программы благоустройства городов в рамках приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда». Около 70% средств направят на благоустройство дворовых территорий, оставшиеся 30% – на усовершенствование знаковых объектов для муниципалитетов. Главное – синхронизировать работу по благоустройству дворов с планами по замене инженерных сетей. Кстати, из федерального бюджета дополнительно планируется выделить 500 миллионов рублей городам с населением менее 300 тысяч человек на благоустройство скверов и парковых зон. Парламентские слушания, в общем-то, позволили каждому городу строить свои планы. И мы в том числе предполагаем, что бы хотелось нам в городе Чебоксары сделать. В первую очередь, это те места, которые были общедоступны для всех семей. Предварительные планы есть. Мы эти вопросы будем обсуждать с нашими горожанами, чтобы действительно выбрать такие удобные места для всех, не только для одного или двух домов, а именно для маленького микрорайончика. Поэтому благоустройство спортивными детскими площадками – это раз. Второе – это, значит, создание скверов и небольших локальных парков. И, конечно, обязательно другой подход к благоустройству центральных улиц, набережных. По словам руководителя Минстроя России, средства в регионы направят до 1 марта следующего года. К этому времени регионы должны определиться с объектами, которые войдут в программу, и предусмотреть софинансирование. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика.